знаменитый на весь мир и первый в Болгарии курорт «Святые Константин и Елена». Ботанический сад. Сейчас объясню, почему я сегодня здесь. Несколько болгарских предпринимателей считаем, что должны внести вклад в развитие традиционной национальной культуры, в сохранение обычаев, традиций и так далее. И вот здесь, в районе Святой Константин и Елена, сегодня праздник, один из трех, которые решили организовать, вот те самые несколько предпринимателей. Я, конечно, понимаю, что они это делают не просто так, потому что развитие туризма, особенно вот в этой приварнинской туристической резервации, очень важно для них. Но, по-моему, это замечательно, если такое желание совпадает с действительно прекрасным возможностью для людей погулять на природе, посмотреть на народные танцы, на народную одежду, вот, приобщиться к народным традициям, к национальным промыслам и так далее. Очень бы хотелось, чтобы и в России вот были у нас такие предприниматели. Ну, а сейчас на праздник. Вот здесь можно взять ветки для венка. Венчик по-болгарски. А за что это венчик? За красота. Венчик, венчик за Нет, но это связано с какой-то традицией. За традиция. За здоровье. За здоровье? Да. Вот они пойдут. Пойдут. Увидели. Зовут как? Я Пламен. Пламен. Да. Как восстановка? Восстановка. Это по-русски реконструкция, да, реконструкция. И вы говорите, что у вас и русские... И... Русские, когда были, были вместе с Болгарией, когда освободились от войны. Как это вот последнее русско-турецкое ополчение, да. Ополчение. То есть это на вас сейчас форма болгарских ополченцев? Да. Ружья и сабли вот... Сабли, сима, и так, вторая реплика. Сабли, это конец, получается... Столбы, все. То есть вот когда это... То есть их непосредственно использовали в сражении? Да, в сражении. А, я прибираю форму. И они до сих пор действуют? Действуют еще. Еще, стреляют. Интересно, спасибо. Гайда. Один из традиционных музыкальных инструментов в Болгарии. Хорошо парень играет. Одни участники выступают на сцене, другие подсматривают за их движениями, осваивают их. В Болгарии огромное количество различных разновидностей хоро, так что здесь живой мастер-класс получается. На сцената очакваме представителите на Средно училище за хуманитарни науки и изкуства. Това е първо. Да аплодираме. Важно дело. Които за първ път са на сцена. Точно тук и сега. Ще играем по-малко от една година. Успехов! Thank you.
знакомого своего встретила. Да? Да. И что здесь вы делаете? Видела, кто делал? Делает что? Делает. Играю, пею. Играть по-болгарски значит танцевать. Давайте станцуем, сыграем. Класс. Бодите здрави, благословени и честит празник на всички ваници. Виолетта Тодорова. Виолетта Тодорова. Браво! Браво, моя подружка. Моя подружка тоже по Фейсбуку. Мы как знаем себя. Да, вы узнал. Сам наряд ногу на борзу и волстаем. Може ли? Минимум четверо. Женщины и девушки, участницы народного ансамбля при сельском читалище. А читалище – это не просто место, где хранятся книги. Это место, где хранится и передается из поколения в поколение народная культура. Какой монастырь? Торо, это место зимака носите. Снимай гитка. Я снимала, уже снимала. Только давай, не понятно, давай, что давай, у вас давай, монастырь давай. Такой. Алло, девочка, девочка. Девочка, давай. Привет. Снимай. Неверный. Это ластовица. А это паун? Это паун. Павлин. Павлин. Этим накидом, фартуком, более 120 лет. И они заняли первое, второе и третье место на конкурсе. Кулан. А кулан сколько године? Кулан 120 годин. Тоже сын? А какая это область? Монастырь. Монастырь? Это такое село, недалеко от Варны. Даже ливень не остановил народного веселья. Пели и танцевали до победного конца.